Аппетит. Если во сне вы едите то, что вам нравится, с большим аппетитом, то небольшое расстройство желудка временно омрачит ваше существование. Сон предсказывает вам, что скоро ваше недомогание станет заметно окружающим, и они будут задавать вам вопросы по поводу вашего здоровья. Если же во сне вы хотите есть, но не можете найти еду, то сон предсказывает вам, что ваши ожидания будут обмануты. Возможно, ваш партнер по бизнесу нарушит свое слово и провалит сделку, на которую вы так рассчитывали. Сон предупреждает вас о том, что вам не следует безоглядно доверяться всем и каждому. Проявите немножко бдительности и здравого смысла, чтобы потом не рвать на себе волосы.